С виду это самые обычные молодые люди, но их всех объединяет общая проблема. И об этом мы попробуем сегодня рассказать. Меня зовут Дима, мне 21. Первый раз я сделал это в 14 лет. Мое имя Ярослав. Мне всего 19. Когда я был маленьким, я видел, как это делают старшие парни. Я Игорь, мне 22 года. Я вырос в криминальном районе, и это было единственным выходом из гнетущей реальности. Часто молодые люди, вошедшие в игру, легко попадают в эту зависимость. Стоит только раз коснуться рукой кольца, и они становятся такими. Я Данкер. Я регулярно забиваю сверху. Играю даже несколько часов подряд, мне все равно хочется забить данк. Мы давно дружим. Как-то я начал замечать, что Ярик стал пропадать куда-то. Мы стали реже видеться. Я постоянно видел его уставшим, буквально выбившимся из сил. Он перестал пить пиво с ребятами из нашего двора. Поговаривали, что он подсел на данки. Я очень переживал за ним. Я наблюдаю в течение болезни Игоря уже 8 лет. Сначала к нам обратились его родители, затем просили помочь друзья. Поверьте, мы с коллегами делаем все возможное, но вынуждены признать, что в последнее время данки только прогрессируют. Мы учились вместе еще в одной школе. Однажды Дима стал часто пропускать уроки. Когда я узнал, что случилось, я был в шоке. Мой друг стал данкером. Я не могу это объяснить. Меня накрывает волна. У меня как будто вырастают крылья. Моя девушка категорически против данка. Ей даже противно смотреть на то, как я забиваю сверху. Мы часто ссоримся из-за этого. Вначале все было просто. Легкие данки, быстрые эмоции. Теперь меня это уже не цепляет. Я пробую только тяжелые данки. Они дают гораздо больше ощущений. Вообще не могу понять, как это может цеплять. Фристайл, вот что дает реальный драйв. Толя мой друг.
он фристайлер. Но до меня дошли слухи, что он забивает сверху, когда меня нет рядом. Я знаю, что могу потерять друзей из-за данков. Не думал, что об этом кто-нибудь узнает. Меня рвет изнутри пополам. Несколько лет назад я регулярно забивал данки. Я плотно сидел на этом. Теперь же я практически избавился от этой зависимости. Можно получать удовольствие от игры и без данков. Данки, фристайл. Я не страдаю всем этим. Я могу сегодня забить сверху, а потом жить без этого месяц. В игре полно других радостей. Мы – работники социального центра «Герои площадок». Ребята, попавшие в зависимость от данков и фристайла, каждый день обращаются к нам за помощью. Мы делаем все, что от нас зависит, но всем говорим одно и то же. Jumbo check. It wasn't easy.